Более 170 ребят из разных уголков Ивановской области собрались на второй этап регионального турнира по мини-футболу. Из каждого муниципалитета приехали лучшие команды. Для ребят этот турнир – прекрасная возможность поиграть на хорошем поле и попробовать свои силы. Этот футбольный поединок приурочен к Дню защитника Отечества, и для ребят стало приятным сюрпризом наличие в качестве соперников команды девушек из областного центра. Победители этого этапа выиграют не только кубки, но и новую форму для всей команды. Это мероприятие и для нас, и для организаторов, и для детей, я считаю, очень значимо, потому что дали возможность ребятам поиграть на очень хороших искусственных полянах в финальные игры. Кроме этого, все получат призы, подарки.